Работа снайпера – одна из самых тяжелых на фронте. Цель зачастую приходится выслеживать очень долго в довольно непростых условиях. Кроме того, выстрел нужно делать на большом расстоянии, а это уже задача для настоящего мастера. Я представляю 7 самых длинных и самых сложных выстрелов в истории снайперов. Очень точный выстрел произвел британский снайпер Кристофер Рейнольдс. Его целью был полевой командир по кличке Мула, взявший ответственность за несколько последних терактов в регионе. Кристофер уничтожил командира одним движением пальца, за что и получил медаль из рук самой королевы Англии. Один из снайперов регулярной армии ЮАР, имя которого засекречено, добился удивительной результативности. В течение нескольких дней солдат снимал по 5-6 повстанцев группировки М23 и всех на расстоянии около 2 километров. В 1967 году артиллерийский сержант Карлос Хэтчкок установил весьма необычный рекорд. Вместо снайперской винтовки этот мастер использовал пулемет Браунинг М2, снабженный для смеха оптическим прицелом. Карлос сумел снять витконговца на расстоянии в 2 с лишним километра, что по сей день остается рекордом для автоматического оружия. Сержант Брайан Креймер был направлен в Ирак со 2-м батальоном американских рейнджеров. Миссия этого отряда до сих пор засекречена. Известно только, что выстрел снайпера Креймера принес ему славу лучшего стрелка всей операции. В операции «Анаконда» отличился и канадский снайпер. Аарон Перри сумел застрелить афганца с РПГ на расстоянии в 2 с лишним километра, причем Перри нажал на курок, ориентируясь только по случайному отблеску солнца на вражеском орудии. Бруно Теркот входил в группировку канадских миротворцев, проводящих операцию на опасных афганских склонах. Его выстрел спас целый отряд американских пехотинцев, ведь солдаты, когда поднимались на гору, не видели пулеметчика, уже готового открыть огонь. Молниеносная реакция принесла Бруно звание мастер-капрала. Британский снайпер капрал Крейг Харрисон служил в отряде поддержки пехоты. Бой, случившийся в ноябре 2009 года, сделал этого бравого парня настоящей легендой среди своих сослуживцев. Харрисон сумел 3 выстрелами обезвредить водителя, стрелка и пассажира афганского пикапа, оснащенного пулеметом. 3 из 3 на дистанции почти в 2,5 километра.